Итак, дорогие друзья, всем привет! Это новый батл с моим младшим братом. Это Никита. Здорово, Никитос! Привет! У меня с Никитой записано на канале, ну там на пальцах пересчитать видосы. И я не знаю, каким таким образом они набрали рекордное количество просмотров. Мой батл с Никитой набрал 7 миллионов просмотров. Челленджи там тоже по 4, по 5 лямов. Как это работает, я не знаю. Но думаю, это случайность, нежели закономерность. Поэтому вряд ли этот видос наберет какой-то рекорд. Но, по крайней мере, мы для вас постарались. Хотя, знаете, если сейчас каждый из вас прямо сейчас поставит лайк и подпишется на канал, мало того, что нам сегодня выпадет Лего, так еще и продвинешь видос. По-братски сделай это, брат. Сегодня у нас будет необычный батл, ребята. У нас будет батл с завязанными глазами. Мы будем, короче, выбивать новых бойцов и пытаться угадывать, что нам падает. Давай покажем, во-первых, боксов. Сколько у тебя, сколько у меня? У меня 655 маленьких. У меня 669 маленьких. И 64. У меня больших больше. Ну, слушайте, тут даже батл будет, скорее всего, не на победу по баллам, а на победу, кто угадает бойца. Поэтому, ну, выпадет мне больше бойцов или меньше, это, по сути, не меняет значения. Не имеет значения. Давай покажем бойцов. У меня 27 из 35. У тебя? 29. Опять же, у меня больше шанса выбить, но... Смотрите. Нету... эпиков, мификов и легендарок у Никиты, а у меня нету Джеки, ну, сверхредкого, эпиков, мификов и лег. Короче, будет батл достаточно интересным. Смотрите, что я вам предлагаю. Мы можем записать вторую часть, но уже записать, допустим, на новых аккаунтах, задонатить по 100 долларов и попробовать с закрытыми глазами угадать выпадение. Там будет намного больше бойцов, но... Я попрошу набрать 100 тысяч лайков. Если этот ролик собирает 100 тысяч лайков, я пилю с Никитой сразу же вторую часть, создаю новые аккаунты, доначу туда по 2 как гемасов, выбиваем леги и дарим аккаунты вам. Как вам такая идея? Подписочка и лайк обязательно. Ну что ж, у нас есть такие повязочки. Ты готов, Никита? Одевай повязочку. Да. И на самом деле, ребят, эти повязки готовились для рубрики. Посмотрите на мою шапку на канале. Там Шелли с закрытыми глазами, Джеки с закрытыми глазами. Я хотел проект запустить, Слепой путь, но я его никак не решаюсь запустить, у меня есть сомнения. Я не могу придумать к нему какую-то интересную подвязку. Я хотел открывать сундуки с закрытыми глазами, играть с закрытыми глазами, но не могу придумать какой-то азарт, какая цель этого проекта. Так чисто по фану можно отснять, но, ну не знаю, ребят, напишите в комментах, как вам. Не очень, да? Просто я готовился и повязки, и шапку сделал, в итоге... Можно сделать рубрику с закрытыми глазами открытия. Вот, ну, для вас будет скоро очень классный проект, но это когда запушу 30 тысяч. Ну что ж, я готов. Итак, я закрыл глаза. Я, честное слово, не буду подсматривать. Единственное, что сейчас, куда бы нажимать. Ты готов, Никит? Да. Раз, два, понеслась. Я слышу открытие сундука, но при этом... Опа! Мне выпала пассивка. Или гаджет. Мне что-то выпало. Ладно, продолжаем. Так, сейчас, секундочку, я еще раз подсмотрю. Сейчас, где нажимать мне? Вот здесь. Никит, ты у нас посмотрел, где ты нажимать будешь? Да, я посмотрела. Ты слышишь звук игры? Да, я слышу. Звук игры у Никиты вам вряд ли слышно, потому что у него свои наушники. Звук мой вы слышите вот прямо сейчас на ваших гаджетах. Сундуков у нас много, блин. Сундуков у нас много, поэтому открытие будет не быстрое, но, по крайней мере, надеюсь, интересное. Я слышу то, что открывается сундук, но я не слышу выпадения. У нас есть в качестве жюри Рома. Рома, покажись где-то на камеру. Рома будет нам подсказывать, если вдруг мы что-то не видим. Я, допустим, спрошу, сколько у нас осталось боксов, еще что-то. Рома, смотри еще какой момент. Если будет какой-то новый предмет добавиться, и мы его не увидим, ну, не услышим. Пожалуйста, скажи нам про это. Окей. У меня пока один предмет новый, да? Да, но почему-то у тебя бойцов 4 стоит. Ты, может быть, ничего не открывал? Ну, типа, у тебя перед началом видоса было 3. Камон, подождите, стоп, я должен это проверить. В смысле, 4 бойца? А, гаджеты, гаджеты. Что? Что? Когда я успел выбить Спраута и Джеки? Когда? Боже, я извиняюсь, ребят, но я... Они не падали, я их не слышал. И вы не видели их, наверное. Нет, я не видел. Жесть, 4 бойца уже. Так, все, я буду открывать сундуки вот так вот. Одним пальцем. Одним пальцем просто. Просто одним пальцем, чтобы реально... Капец, блин, как же плохо, что мы не увидели. Ну, и не услышали.
Я не вижу, не слышу. Лена, кто это? Что это? Ну, у меня ролик. Что вы происходит? Вы кто? Кто это? Даня, это ты, сынок. Привет. О, тихо. Ой, тихо, это кто-то выпал. Кто-то выпал, сынок, кто, скажи. Так, стоп. Я, к сожалению, я зачитерил, я подсмотрел бойцов, да, ну, я имею в виду до этого, я посмотрел, что Джеки Спраут выпала, соответственно, это уже мне упрощает ситуацию. Скорее всего, выпал мифик, поэтому я делаю ставку, что это мифик. Но, опять же, по звуку... Да, это мифик. Так, как бы попасть на сундук? Рома, я открываю маленькие сундуки? Да. Так, короче, я думаю, выпал мифик. Эпики я выбил. Сыночек, да, это повязочка, чтобы я ничего... И у Никиты такая повязочка, да. Кстати, ребята, если хотите батл Данила с Никитой, тоже ставьте лайки. Он у нас уже как бы почти готов. Я его опубликую, как только вы наберете рекордное количество лайков и подписок. Обязательно подпишитесь на канал. Кто не подписан, тому Лего не выпадет. Так, сыночек, стой, секундочку. Я подсмотрю чисто, куда нажимать. Все. Боже, у нас так много сундуков, ребят. Но я думаю, что это круто, наоборот. Следующий выпуск, если этот ролик соберет 100 тысяч, мы запишем на новых аккаунтах. Там будет быстрее, но при этом там глобально, там будет падать и падать каждый сундук. Но это, блин, придется потратить $200. Так, Данечка, ты будешь подсказывать мне, да, что падает? Да. Спасибо, сынок. Тебе прикольно, ты видишь, я не вижу. Вообще, я думаю, да, у меня здесь глазик закрыт. Я честная, человеческая, вот не подсматриваю, не подглядываю. У меня даже глаза закрыты сейчас, я честно не подсматриваю. Но мне это не надо, зачем мне подсматривать? Наоборот, интересно же реально не выиграть, а попробовать угадать. Но единственное, плохо, что два бойца уже выпало, и я их не заметил. Поэтому, ну, подсмотрел. Блин, что-то глаза начали болеть. Никит, Ром, сколько у нас сундуков? Так, у Никиты 500... 583. Ага. А у меня? А у тебя? Сейчас. 530. Опа, тихо! Что-то выпало. Угу. Гаджет. Угу. Да, угадал. Я вообще ничего не понял. И в прошлый раз тоже гаджет выпало, не пассивка. Блин, я не вижу, куда нажимаю. Я нажимаю по сундукам, Ром. Да. Опять что-то выпало. Да, нет? Да, да. Что-то выпало, да? Нет. Нет? А ну, выбьем еле, угадаем Лего. Ребята, поставьте лайк, чтобы выпало Лего. Так. Я открываю маленькие. Да. О, тихо, тихо! Это мифик, такой же точно звук был. Это мифик. Ха-ха-ха, класс! Да ладно, я не верю, блин. Получается, смотрите, я выбил Джеки, Спраута, это то, что я увидел. И получается, два бойца каких-то я не вижу. Роман, а ну, на палец мой на в сундук, наведи. На в сундук? Ну да. Вот. Стой, вот это вот здесь? Да. Вот так вот, нормально пальцами? Да. Все, поехали. Офигеть, как падает. Мне вообще ничего. Ничего? Никите ничего не выпало еще? Нет, ничего. Ребята, поставьте лайк, чтобы что-то выпало Никите. Подпишитесь на канал. Классно, я чувствую, я выбью Лего сегодня. Не, Данечка, не помогай мне. У тебя будет свой батл, ты будешь участвовать в своем батле попозже. Но если зрители поставят много лайков. Вот батл с Никитой из Дани выйдет, когда будет 150 тысяч лайков. Опа! Так, что там? Гаджет выпал. Нет? Пассивка? Да. О, я теперь запомнил, как падает пассивка, как гаджет. Но ты мне подсказал, это нечестно. Рома, меня сбился палец. Ну, так это ж не... О, тихо! Это тоже пассивка? Нет. Короче, после моих... Ну, короче, я как бы... Ну, ладно. Вот то, что я сказал, то, значит, уже считаем за мой ответ. Данечка, не подбивай, сыночек. Так, вот это пассивка. Нет. Это гаджет. Блин, они как будто одинаково звучат. Вообще, да. А, да? Ладно. Сынок, стой. Стой, не... Сыночек, поцелуй лучше меня. Поставь лайк. Попроси лайк поставить зрителей, подписаться на канал. Да.
Ваня, блин, у меня рука устала. Покажи, Рома, где сундук, я уже потерял. Ляна, когда долго с закрытыми глазами... Сейчас, подожди. Вот. Вот это? Да. Когда долго с закрытыми глазами, ты уже сбиваешься, что где находится. Сынок, не подбивай мне, Рома, смотри, чтоб я там лишнего ничего не открыл. Да ты собрал, а, новых бойцов не прибавляется, хотя я, ты не знаю, не... Данечка, стой, не подбивай, не подбивай, сынок, стой. Шо я, куда нажимаю, Рома? Подожди, вот, вот сюда. Может, ты будешь открывать, чтобы это было быстрее? Ну, на, давай. На, то это будет намного, так, лучше. Давай я лучше Никите буду открывать. Не, мне что? Лучше. А что тебе? Давай, лучше? Только так, чтобы не по два бокса сразу. О, о, так намного проще. О, о, имитация. Нет, открытия. Кто-то выпал? Да. Кто-то выпал? Да, угадай, да, кто. Да. Тихо, тихо, стой. Гаджет, у меня гаджет. Да. Я думаю, это мифик, я не знаю. Давай, не подсказывать, Рома. Дальше. Все, открывай дальше. Блин, а это интересно. Блин, так классно, особенно интересно, когда что-то падает. Так, я там на камере, меня видно, нет? Да. Сколько боксов? Тебя 381 осталось. А у Никиты? Так, у это Никиты... гаджет. Угу. Да. Никиты, сейчас. 510. 509? 510. Никита, ты вообще сундуки открывал? Я говорю, давай Никите его открывать буду. Да. Если я буду по два открывать. Так. Гаджет. Да. Я просто так говорю, гаджет это нужен. Так. А, там, кстати, большие боксы, можно на второй выпуск. А там, где мы открываем на новых аккаунтах, это уже будет третий выпуск, реально. Что, давай большие тогда на следующий ролик, потому что ты будешь долго открывать это все. Или нет? Или нет, лучше сразу открыть. Опа, стоп. Что это? Это пассивка. Ну тогда гаджет. Сыночек, ты где? Сыночек, ты где? Гаджет. Данька. Сынок, ты где? Дай я тебя поцелую, ты где? Тихо! Блин, это... Это звук, как у легендарки. Не кашляй, не подсказывай. Блин, я сделаю ставку на то, что это Лего. Даже если ошибаюсь, не подсказывай мне ничего. Звук, по-моему, отлично. Хотя не знаю. Блин, ну классно, что ты выпала. Вау! Давай дальше. Дальше, открывай. Смотрите, ребята. Получается, выпал... Два спраут с Джеки. Это то, что я видел. Потом еще один, еще один, еще один. Пять бойцов. Не, Данечка, ну смотрите, у меня глаза закрыты. Даже если Данька вот мне под этот повязку снял, все равно я не вижу. Сколько у Никиты этих? Никиты, сейчас. Никита, открывай быстрее. 469. Никита, открывай быстрее. Двумя пальцами открывай. Сынок. А не хочешь сходить к маме? А? К маме. На улице. На улице, мама? Да. Мама дома. По-любому. Я хоть и не вижу, но я слышу. Так. Так, гаджет. Нет. Пассивка? Да. Да что такое, блин? Вы потом посчитайте, сколько угадал я, сколько Никита. Да. Ну, мы создадим новый аккаунт, если зрители поставят 100 тысяч лайков, и задонатим тудой. Тудой. Через как было. Ваня, сколько у тебя новых предметов? О, кстати, сейчас попробую угадать. 5 бойцов мы выбили, это точно. Ну и где-то 5 пассивок. Я думаю, что 13. Нет. А сколько? Сколько? 17. 17 новых предметов? Да ладно. А сколько сундуков у меня осталось? Так, 260. 260? Никит, Данил, ты упадешь. Никита, а у тебя сколько новых сундуков? Ну как? Три персонажа. Что?
Никиты 3. Что 3? Не, а сколько сундуков? А, сундуков? 432. Никит, быстрее открывай. А сколько ролик идет времени? 15 минут. Мне кто-то выпал. Да, выпал. Угадывай. Мифик, такой же звук, как в прошлый раз был просто. Все, сделал свой вариант и открывай дальше. Ставки сделаны, ставки приняты. Ставок больше нет. Ставок больше нет. Так, что-то мне давно ничего не падало, я так сейчас усну. Блин, а прикольная повязка в самолете, так в чехле спишь. Я не слышу! Где Лего? Подпишись прямо сейчас. Я хоть и слеп. Я хоть и сейчас не вижу, но я хоть сейчас не вижу глазами, но я чувствую, что ты не подписан. Я же это вижу через маску. Обязательно подпи. Гаджет. Нет, а, да. Так. Данька, ты где? Ты ушел? Да как слышишь? А. Никита 64 плюс 6 сундука. Гаджет. Да. Привет. Ты а что? У тебя 130. Это больших? Да. Да плевать, еще гаджет. Да. Мы открываем все сундуки в этом. Окей. Никита, открывай так по два сразу. Помогай там, Никите. Два планшета сундука? Ну да, да вообще можно было так и сделать, чтобы ты открывал, а мы слушали только. Ку-ку. А где ты, Данька? Дай сюда. Сейчас я все сделаю, буду сам два открывать. Так. Я вот так вот сяду, если вы не против. Ну давай, где приостановилось открытие? О, пошло, я сразу сдуху. Данечка, проходи. Ай, сынок, ты не ударился? Ты бы это видел сейчас просто. Что случилось? Гаджет, что? А, это тебе выпало. Ну что, я сейчас на двух планшетах сразу открываю. Сколько там еще боксов? Сейчас, подожди. Так, 166 и 362. Блин, прикольно. Я уже не знаю, я хоть с камеры там не съехал, меня камера снимает. Я в объективе, да? Да. Hello. Hello. Кстати, ой, я на что-то нажал, запись не остановилась. Стоп. Посмотри на экран. Вы уверены, что хотите удалить лайк? Не, не хочу. Запись идет, все, продолжаем. Все, я ничего не трогаю, я чуть-чуть запись не остановил. Эп, 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 эп. Лена! Так. Мне что-то выпало. Ага, это тебе, значит, да? Уже... Персонаж выпал? Мифик. Все, сделал ставку. Все, ты уверен, что это мифик? Думаю. И Лего. Не, я думаю, это Лего. Хорошо. Ну, то есть ты говоришь, что это Лего, да? Нифига, какой ставка. Да, это Лего. Все это Лего. С закрытыми глазами легко, да? Оно отличалось от прошлого, чем-то оно, не знаю. С закрытыми глазами не такая реакция на Лего, как с открытыми. С открытыми. Лего! А с открытыми. А, Лего, наверное. А вдруг это не Лего? Да открывай давай. А что ты открываешь? Я не пойму, что ничего не падает? А, стоп, подожди. Я глаза почешу. Шо? Шо, у тебя падает? Да? Вообще ничего не слышу. У тебя? Я слышу только фум, 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 как будто камни в воду падают. А, вот твой. Я не слышу выпадения. Потому что у тебя все силы героев есть. И все походу пассивки есть, и у тебя осталось только тренить невыбитых персонажей. Не. У тебя только золото херачит. Да ладно! Да. Три невы... А, ну это же может быть лень. Короче, сейчас если что-то дропается, это... Лего, давайте, пацаны, поставьте лайк, подпишите! А с чего ты взял? Гаджет. А не это, ты давай, я по звуку буду угадывать, не подсказывай. Сколько сундуков еще? У тебя 50, у Никиты 300. А больших у меня? Больших так, гаджет выбрал. 130 у тебя. Блин, ну гаджет от пассивки не отличись, звук одинаковый. Никита, на, тыркай вот этот планшет. На, 44 сундука, вот сюда вот тыркай. Вот,
Ты открываешь ванну, а я открываю сейчас комнату. Вот это да. Да я устал в два этих работы. Ну, для зрителя не имеет значения, кто где тыкает на какой планшет и кому тыкает. Главное, что, ну, я под своим экраном, и Никита под своим, и он слышит свою игру, я слышу свою, поэтому там будут действовать... Тебе опять что-то выпало, да? Гаджет. Мне пока ничего не падает. Не, ну гаджет недавно падал. Да, сказал чувак, который на 20 минут предметов. Капец. Что там, какие сундуки сейчас открываются? Еще маленькие открываются. А сколько их у меня? У тебя их где-то штук 40. А, 19 уже. А больших у меня? 130. Вау! Опа, гаджет. Угу. Помоги, там Никита не видит. Только дальше, все. Быстрее, Никита, открывай, что так медленно? Свободный, кто хочет туда идти. Кто, где, звонит? Вырубите! Все, я вырубил. Все, поехали, открываем. Влажно. Ну? Фух, я устал с закрытыми глазами. Что там, сколько сундуков еще у Никиты и у меня? 3, 2, 1 маленький. А у Никиты? У Никиты еще 200 с чем-то. Ага. Все? Маленькие пока все. Все, он все открыл? Давай я большие буду. Да, давай. Где они? На. Так, ты не смотри, вот тыркай сюда. Подожди. Вот этой рукой натыркни меня. Вот этой натыркал сейчас. Вот это, да? Вот, все, тыркай. Все, поехали. Так, что-то выпало, не? Гаджет выпал. А каких там лег нету? Ребята, лайк, подписка, выпадет лего. Каких лег нету? Ты как так взял только что? Так каких? Ну, давай, тебе говорить не буду. Не надо, Никита, не надо подсказывать. Ну, ты именно не говори, что... Гаджет? Скажи, ну, или пассивка, не знаю. Было. Никита, ничего он тебе не скажет, открывай. Каких не было, каких было, а еще один гаджет. Короче, на самом деле, то, что сейчас нужно выпить, решить. Зачем ты что-то спойлеришь? Не говори ничего вообще, блин. Я же не говорю кому-то. Какая разница? Ты уже какие-то намеки делаешь. Вообще ничего не говори. Я не хочу знать, что мне падало. Я лишь пытался угадать, все. Потом мне интересно, интрига будет в конце. Я даже... Фу. Что, сколько у меня там сундуков? 154. Ускоряйся. Так, опять гадж. Боже, сколько гадж. Ну или пассивка. Просто фулл аккаунт сейчас будет, пацаны. Опять что-то выпало, капец. Ну пока бойцов не слышно. Что там по сундукам у вас? Да путь славы, я думаю. Ну ты на тебе. Немножко на пути славы. Ладно, ну это ж ты поможешь. А у меня есть путь славы? Нет. Не, ребят, этот рубрика «Путь с закрытыми глазами», я думаю, невозможно. Так, гаджет. Ну, я невозможно играть с закрытыми глазами. Я уже потерялся, реально, я уже забыл, где я нахожусь, уже в пространстве. Сколько минут ролик, интересно? 23, 24, 27 где-то, не? 24. Тихо! Ребята! Ребята, я не перепутаю звук Леги, это она. Все молчите, никто ничего не подсказывает. Но я теперь, я услышал разницу. До этого не было Лег. Вот Лега, я не знаю какая. Надо скриншот сделать. А ну, убери мне скриншот, Рома, убери там. Фух, свайпни, чтобы его не было. И пальчик мне на этот. Натыркнуть. Да. Продолжаем. Ну не знаю, ребят, не знаю. А может и не Лего, не знаю.
Посмотрим, посмотрим в конце. Рома, запомни этот момент, что я там... Вообще, ты все запоминаешь моменты, когда я что угадывал? Ты там помнишь, где да, я ошибался? Да, да ладно. В смысле? Как? Что, простите? Что-то выпало еще? Что это? Ребята, у меня не было мифика велик. Что это падает вообще? Неужели мне до этого леги выпали? Короче, это тот же самый персонаж, той же редкости, что и до этого выпал. Я опять делаю ставку, что это Лего. В смысле Лего? Ладно, я продолжу открытие, мне не верю. Я не верю сейчас, что опять что-то выпало. Что там, сколько сундуков у Никиты? Сейчас. 24 маленьких, 62 больших. Быстрее тебя, может, открою. Так. А, не, быстрее. Мне? Да. А сколько у меня сундуков больших? Да. 16? Да. А у Никиты? У Никиты больших 60. А маленький открыл, да? Маленький уже да. Хорошо. Блин, ну я не знаю, это реально. Это реально прикольно. Перестало уже падать, ребята. Мне аж интересно посмотреть. Еще что-то выпало. Боже, мне аж интересно посмотреть, что там. Надо. Так. Спасибо. А сколько у Никиты новых предметов? Сейчас скажу. Рома, у меня закончились сундуки? Да. Рома, сколько сундуков у Никиты? 46. 46. А новых предметов? 17. А у меня? 36. Сколько? 36. 36? Да. Я жду, когда Никита откроет свои боксы, и Рома в конце вам покажет, что нам выпало. Я открывать глаза не буду, пока ролик не этот... не закончится. Офигеть. Нет. Просто. Мне аж интересно, что там выпало. Вы все видели, а я нет. Блин, ну то, что вначале выпало Джеки и Спраут, это, конечно, печально. Да тебе везет, вы можете было быстрее открывать, что там? Ну я открываю нормально. Блин, слушайте, а реально, когда не видишь, ты, ну, как-то по звуку не так реагируешь на бойца. Я бы, наверное, с открытыми глазами там бы опупел бы. Ну потому что я не знаю, что там падало и падало. Я даже боюсь представить, что там нападало. И сколько, ну, по моим подсчетам, не выпал всего лишь один боец. Ну, а там я не знаю. А может и все, боже, я не знаю, это будет рекорд, если я сейчас открою глаза и... Сколько сундуков у вас? 4, 3, 2, 1, но еще путь славы. Сколько там на пути славы? Это немножко. Ну давай, я жду. Так, большой. Так, где это? Мега ящик. Где это? На. Так, еще у нас это большой ящик. Мега ящик последний. Все? Все? Да. Возьми два планшета, покажи в меню, не нажимая на бойцов, пролистай, что выпало Никите, что мне. Пускай зрители посмотрят, оценят. Попробуйте определить победителя. Я не знаю, по каким критериям будем определять. Просто определите, кто из нас сегодня выиграл. Если этот ролик соберет дохренища лайков, мы делаем вторую серию, ребят. Просто, мы можем сделать дофига серий. Но мне это очень понравилось. Офигеть просто. Ну что там? Так, если это, вам такой формат зашел, я сделаю подобных выпусков несколько с разными людьми. Там, с женой своей сниму такой видос, там, может быть, с Данькой сниму, еще. Короче, я могу сделать много серий, мне очень зашел формат с закрытыми глазами. Давайте, поддержите эту рубрику. Все, ты показал? Да. Все, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Некомфортно с закрытыми глазами, но, блин, как же это было необычно. Я в камеру смотрю сейчас? Да. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Чем больше лайков, комментариев, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо, до новых встреч и всем, друзья, пока.